Андрюш, что такая мода пошла? Вот все больше девушек собирается идти служить по контракту. Вот и я тоже хочу отдать долг родине. Тань, ты что смешишь? Ты знаешь, что тогда нужно как минимум собираться очень быстро, а у тебя это никогда не получалось. Получается, там нужно, Андрюша. Ты помнишь, там есть такой норматив, вот пока горит спичка, нужно успеть собраться. Да я быстрее этой спички соберусь. Слушай. Тебе вот доказать? Где у меня? Ты есть спички? У меня есть спички. Ну давай, зажигай. Ты готова? А я стартую, да. Да подожди ты. Да. Приготовились. Давай. 3, 2, 1, понеслась. Тань, ну Таня! Сейчас. Так, ну Андрей, все, собралась. Вон чемодан стоит. Все, собрала все вещи? Да. Тань, ты молодец, ты успела. Ты успела, вот буквально 30 спичек сгорело, пока ты успела. Поэтому, Таня, подожди, пока по времени, друзья, мы сегодня в программе вам покажем девчонок, которые действительно уже готовы отправиться отдать долг родине.